Здравствуйте, друзья! С вами Мото Виктор. Привезли моторчик мне с двухскоростного мопеда V50. Хочу разобрать его и посмотрим, что с ним. За 3000 рублей куплен. Ну что, вот он сам моторчик. Я уже раскрутил головку, раскрутил карбюратор. Здесь, конечно, это китайский карбюратор. И о, отломалась сверху. Вот она. И взяли, заделали. Ну, заслонка стоит, пружина стоит. Дальше здесь какую-то резинку вырезали. Здесь такая алюминиевая вставка должна туда вставляться. Сам цилиндр, ее нету. А мотор не прокручивается, заклинивший. Головки тоже хамбец, вся побитая. Буду сейчас снимать. Так, сейчас перчатки одену. Так, ну как вы видите, ржавая. Внутри, конечно, не так, но это ерунда. Это есть ерунда. Поршень. Так, а почему здесь? Поршень неправильно поставили. Замки наперед поставили. Он неправильно стоит. А, еще хотел сказать, без зажигания. Без зажигания. Звездочка, вот она. Звездочка нормальная, еще походит. Так что вот так. А еще что я хотел прокрутить. И смотрите, что получается. Видите? О! Интересно, первый раз у меня такое. Что-то думаю, там будет полный пипец. Честно говоря. Так, крышку я раскрутил. Заводную снял. И что мы видим здесь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот такие вот дела. Ой-ой-ой-ой-ой. Заржавели, здесь масло и не было. Заржавели. Короче. Ой, блин. А надеюсь на хорошее. А вдруг получишь хороший мотор. Конечно, это все отмоется. Все. Будет хорошо. Ага, здесь как она вот, вот этим вообще пипец. Ни стопора, вообще ничего нету. Вообще вот просто аля. Я вообще просто. Здесь должна куколка давить на пятачок. А ее нету. Ой, все попадало. Ладно, разбираем дальше. Резьбы нету. На коленвале тоже сорвана резьба. Да уж, да уж. Снял шпильки, раскрутил поршень, вытащил. Головка большая. Так, еле-еле вытащил сцепление. Ну, шайба стоит. И ой, это считай не стоит вообще. Так, шестерня, это свободно вышло. Ага, коробка вращается. Так, дальше коленвалу хана 100%. Ну посмотрим, шлицы все равно тоненькие. Здесь
неправильно поставили тикстартер. Этот вот, видите, наоборот его поставил. Он становится вот так. О, и упирается в резинку. А его наоборот засунули. Ну что, раскручиваю, посмотрим внутри, что там. Ну что, начинаем его раскрывать. Вал. Подшипник чуть-чуть заклинил. Но пойдет. Есть чуть-чуть небольшие коцки. Но в принципе зубья все целые. Поездит. Шайба отсюда. Вот так. Вот. Может даже еще. Да нет, попал. Все там ржавое. С коленвалом. Ой-ой-ой. Да уж. Так. Так, так, так. Почему не вытаскиваемся? Пружина не родная. Пружина здесь больше стоит. Так, тикстартер. Ух ты ж. Все позакислилось. Вроде все целое. Почему он не работал? Интересно. Интересно. Так, что с этой половинкой? Ой-ой-ой, здесь вот все разбито. Расковырено. Трэш. Просто пипец. 91-й год. Вот так. Блин. Ну, хоть половинки целости будет. Ну, что. Этот коленвал под прессом выдавлю. Коленвал китайский. Ну, этот, по-моему, неплохой. Сильно его не прихватило. Вот здесь вот в коробке, как более-менее. Ну, вот такой мотор за 3000 рублей, друзья. Или в воде был, сюда вот налилось. Ну, как бы цилиндр, коробка целая, корзина, не знаю, надо ее еще раскрыть. Может, даже еще и поездит. Так-то шлицы вроде ничего. Это все тоже почистится. Нормалек. Будет под Honda Dit. Ну что, ребята, вот столько грязи получилось, вот, как вы видите. Поразбирал я все. Все грязное. Ну, буду чистить. Я его соберу. Коленвал, конечно, перепрессовывать придется. Потому что так его не буду ставить. Все, разлезлось. Как-то так. Ну все, на этом все. Заканчиваю видео. Вот так бывает, ребята.